Так, мужики, пользуясь случаем, хочу сделать небольшой видеообзорчик на помощника, который необходим охотнику-промысловику на его охотничьем путике, наряду с охотничьим топором. Это будет... В общем, сейчас покажу, что это будет. Так, ребят, это вот такая пила. Ни в коем случае никакая не реклама. Пила — этот подарок от моего друга Ларса. Пила называется Силки. Пила называется Силки. У Силки целая линейка разных пил. Очень разных пил. Это пила. Этой пилой я пользуюсь на охотничьем путике. Где-то ставлю капканы, подравниваю. В общем, покажу сейчас, как она пилит. Да, к этой пиле еще идет второе лезвие. Второе лезвие. Но оно предназначено для кости. Для распиловки кости. Но по кости оно работает плохо. А по дереву вот эта пила работает просто превосходно. Немножко бы, конечно, ее побольше. Вообще бы было отлично. Сейчас покажу на стылой сырой древесине и на сухой. Смотрите, не переключайтесь. Сейчас закреплю камеру и покажу, как пила пилит. Ребят, сейчас еще вот такую сушинку завалим. Вот такую вот сушинку. Ель. Можно помочь второй рукой. На мой взгляд, в некоторых случаях топором будете рубить гораздо дольше, чем пилой. Это что касается сухой древесины. По сырой древесине пила работает немного хуже, но тем не менее работает. Тем не менее пила работает и по сырой древесине. Немножко наискосок пилю. Готовченко. Отлично пила пилит, парни. Просто отлично. Это никакая не реклама, еще раз повторюсь. Фирма Силки мне не платит. Просто показываю для вас хороший инструмент. Реально хороший. Черемуха или осина, не могу понять. Нет, наверное, все-таки черемуха. Сейчас буду ее пилить. Пилим сырую черемуху. Сырую. Никакие фискарсы, шмискарсы по сравнению с этой пилой рядом не стояли. У друга есть пила фискарс, но это, ребят, абсолютно другое. Смотрим еще раз. Пилю немного наискосок, чтобы рез был побольше. Потом попилю сухую ель. Пилю немного наискосок. Особенность пилы такова, что дергать нужно только на себя. Зуб расположен под углом в эту сторону. И поэтому пилить нужно, дергая пилу только на себя. Вперед ее отпускать нужно свободно. Дергаю только на себя. Сейчас покажу еще, как она пилит сухую ель. Эта пила меня часто выручает. Где-то на костер маленьких бревешек подпилить. Просто отлично. Цена, конечно, у этой пилы, я бы сказал, громадная цена.
Цена у этой пилы, ребят, очень большая. Даже не могу предположить, сколько она стоит. Зайдите на сайт Силки и там все увидите. Пилюча сухую, сухую ель. Пилим сухую ель. Так вот работает пила, парни. Пилить одно удовольствие. Безо всякого напряга пилим. Одно удовольствие пилить. Смотрите. Пилить этой пилой. Одно удовольствие. Даже вот дерево я держу на весу. Немножко зажало. В принципе, я его перепилил. На весу держу. Одной рукой держу, другой пилю. Так вот работает пила. Смотрим еще раз. Где-то у костерка можно так вот на коленочке раз. На растопочку. Быстренько. Напилить дровишек. Еще раз говорю, без всякого напряга. Абсолютно. Отличный инструмент. Фирма японская. Японцы знают толк в инструменте, в оружии, бытовой технике, в автомобилях. Все у них отлично. Рекомендую, парни, вам такую вот пилу. У них там есть, конечно, пилы посерьезнее. Катана бой, гамбой. Там пилы на порядок лучше. У них лезвие большое, зуб. Наверное, у некоторых есть побольше. Тут 7,5. Это вроде бы на дюйм. Количество зубов на дюйм. Вроде бы так. Не могу точно, конечно, утверждать. Об этом лучше узнать у производителя. Еще раз показываю. Вот такая пила. Рекомендую всем. Отличный инструмент. Цена, конечно, заоблачная. Но работать одно удовольствие. Давно уже использую ее. С весны. Очень нравится. Пила работает. Вес у нее, ну, грамм, может, 200. В любой карман. Куда угодно ее можно положить. Места намного не занимает. Но работает превосходно. Ладно, парни. Вы были на канале Вятка Хантер. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был охотник Серега. Всем удачи на охоте и в личной жизни.